Всем привет, дорогие друзья, с вами Шевелим, играем в Freelancer Simulator. Получить приз, здесь заказы, здесь ваши выполненные заказы, не забывайте читать вашу электронную почту, вы можете найти интересно. Опять заморочки какие-то, наверное, по-любому, ваши достижения, блядь, как читать, у вас есть новые сообщения. Здесь отображает количество ваших фанатов, пока их, конечно, уже нет, но когда вы начнете создавать свои стартапы, это изменится. Ну, здесь свой стартап. Можете увидеть, когда будет проходить следующий хак, проверка ваших знаний, на нем можно зарабатывать данные про найм, это рабочее место. Все, ответьте положительно. Хей, хочу поддержать тебя денежкой, отправь мне свои реквизиты, да? Ответьте, конечно, положительно. Хей, занесу ваш портфолио, ваши услуги, хотим поработать вместе с вами над проектом. Время выполнения, сделаем награда. Так, кликайте на персонаж, чтобы ускориться. А, то есть, типа, я вот так вот. Все, но он, я крутой парень. Потому ваше усердие привели вас к повышению вашего уровня. Получено сообщение. То есть, окей. Типа, новый день, новый качал. Отличный утро и кофе. Дружище, у нас тут замечательная одна небольшая конференция. Мне нужно твой кусать буквально на 5 минут. Все, положите мне плюс 200. Вы оплатили аренду. А вот мы чуть-чуть повесились, что, блядь. Очень много сообщений. Хочу поддержать себя и твои начинания. Спасибо. Стальной район. Пока мы ничего не предоставим, мы с вами возвращаемся, когда все эти 15-го уровня. Ладно, хорошо, думаю. Майнинг. А, понятно. Лайфбокс, открыть 50 алмазов. Так, у нас получается что? Изучить создание сайтов с нуля. То есть мы, в принципе, изучаем создание сайтов. Окей. Так, я завершу. 400 основа достижения. То есть создание сайтов с нуля. Основа управления. Давай основа управления. Основа нового сообщения. Давай сначала изучение курса повышения навыков. Так, мы сделали. Вы платили аренду. Отлично. Предлагаем вам воспользоваться сервисом Redbox для изучения ваших продаж. Для вас спасают. Вы выиграли грант от нашей компании. Сегодня с нами расскажем. Можно получить. Свяжитесь с вами. То есть я связался, в принципе, да? Курс разработка. То есть, в принципе, курс, да? Вот давай так. Ты ж программист, а спамеры обманули вас. Блин, сейчас просто. Ну, типа спамеры обманули. Теперь спрошу. Пошло еще что-нибудь. Просто изучаем пока что. А здесь получается что? Шоколадку, сердце, то есть, в принципе, лекарства какие-то. Продукты, приложения, календарь, увеличивает интервал между перерывами 0,5, может быть. Так, у нас новый день, новое утро. Вы потеряли. Прикольно. Это что у нас? Награда, да? Награда, помогите. Помогите, скорой помощи. Так, в принципе, ничего такого. Значит, получается больше на разработку. Курсы тоже программист. Пока изучаем курсы, всякую фигню, так понял. О, да, новое сообщение. Значит, почему я тебе скажу? Это спам письмо, соответственно, деньги. Давай ответь положить. Спамера много. А, хорошо. Один спам. Вот так. Разработка. Довольно непростая, пожалуйста, сделайте небольшую паузу.
здравствуйте, меня зовут Сергей. Окей, давай подожди. Окей. Я постоянно еще сотрудничество. А, это наверное, откройте письмо, когда вы здесь будет время. Давай посмотрим. Создаем дизайн журнала. То есть мы создаем дизайн журнала, потому что у нас, в принципе, изучение идет. Я какой-то парень, молодец. Извиняй. Чисто по боссу. Начало отлично будет. В принципе, кстати, мы повысили свое получение какой-то выгоды. Стрип, давай. Там 5 дней. Приложение, в принципе, выполнил контракт. Можем сделать. Вот здесь еще дальше. Давай. Начнем изучать курс. Спам письмо. Заплатили один. Что, мне обманули спамер, что ли? Чуть было не поверили. Чуть было не повелись. Ну, не просто типа лазер на большой промышленности. Спам письма ловить. Ну, что не спам письма? Там сейчас этим спам письма. 10 уровень, то я даже не понимаю. Компании Крамба. Ищем талантливый помощник для реализации нашего старта. Давай попробуем. Моделируем пришельца. Фига себе. Довольно непросто. Уже взял небольшой балл. Тут вообще так что. Давайте нам. Пока я моделирую, мне кажется. Очень неплохо. Можно использовать стать алмаз. Сообщение. По-моему, сообщение. Давай. Алмазы. Ты вообще, мне кажется, 4 дня. Тяжеловато. 4 сообщения. Оплатили аренду. Рынок был изменен. Довольно непростая штука. Давай. Продолжим. Выиграли конкурс. Недавно конкурс. Постов был. Я выиграл этот парень. The perfect chill on 1.fm. 20 алмазов. Третьих. Есть у меня там сообщения уже. Сначала вроде никаких сообщений не было, сейчас вообще на один. На одних сообщениях досижу. Давай. 3 дня осталось. Два дня осталось. 6 сообщений, блядь. Да вы чё, все что с дуба рухнули сразу. Прикольно, кстати, вот. Мне нравится. Пускай это такая, вроде как кликерная, такой фрилансером. Типа того. Хабос. Это непростая штука. 7 сообщений, представляешь. Интересно стало, что за сообщение. Вроде как интересно. Довольно простая, пожалуйста, сделай паузу. Что такое паузу? Попутай нахуй. Я, блядь, 700 видео. Все. Ага, ответ положительный. Так. Не удалите письмо. Ответ положительный. Там письмо, ответ положительный. 7 дней. Требуем уровень. Первый метод получается. А, я, по-моему. Хреновый уровень.
Ладно, ребят, на этом, в принципе, все. Если вам понравилась эта игрушка, я оставлю ссылочку в описании. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.